Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. Как обычно, по традиции, вместе со мной заряжаем себя на самый лучший день и проговариваем такие слова. Сегодня я в своей жизни запускаю прекрасные перемены. Вот повторяем один раз и посмотрите, что в вашей жизни обязательно произойдут прекрасные перемены. Ну а теперь небесное послание на 1 ноября. Новые начинания. Сейчас ваше внутреннее состояние играет самую важную роль. Новые идеи, новые мысли, которые могут родиться после долгого ожидания. Запоминайте все, что сегодня будет приходить в ваше сознание. Ведь может быть, что в скором времени все ваши новые мысли, все ваши новые идеи обязательно проявятся в реальности. Ведь сегодня перед вами открывается очень много возможностей. Вы можете сами соединить все энергии своей жизни для того, чтобы улучшить и много изменить вокруг. Позаботьтесь сегодня о себе, о своей жизни. Постарайтесь разрешить все внутренние конфликты, ведь эмоции сегодня у вас будут очень сильными. Старайтесь сохранять сегодня спокойствие, так как ваши эмоции – это является некий процесс очищения, для того, чтобы вы могли избавиться от всего того, что уже не нужно в вашей жизни, то, что уже себя изжило. Сегодня время для изменений. Обратите все внимание к своим внутренним состояниям. Совет. Ожидайте сегодня только добрые, прекрасные перемены, и в скором будущем вы будете получать неожиданные новые возможности, которые изменят вашу жизнь. Сфокусируйтесь на своем и на принятии добрых, прекрасных перемен. Найдите в себе ту светлую частичку, которая подарит вам счастье. Откройтесь всем возможностям. Не бойтесь перемен, и прекрасные перемены скоро произойдут. И в течение всего дня повторяйте такие слова. Сегодня я принимаю бесконечный поток счастья и новые возможности в свою жизнь. Вот повторяйте 7 раз, и вы посмотрите, что в вашей жизни будут только счастливые изменения и новые возможности.